Всем привет! Сегодня такой вот небольшой, как сказать, способ снятия краски, нанесенной по белке. То есть у меня проблема была с ванной. Сдирал вот эту вот краску со штукатуркой. То есть то, что было на бетоне, просто пшикаешь водой и шпателем, она легко отходит. А вот эту краску он там шпателями мы чиркали полосы, потом еще что-то как-то, чем только не пытались, какими-то насадками, которые насадки под болгарку, они очень сильно пылят. То есть что-то там невообразимое он делал, то есть я ему немножко помог, потом мы уехали, соответственно, ванну он делал, долго промучился с этим. Так вот, есть... такой быстрый, легкий способ, как содрать вот эту краску. Краску феном, сдирать вот эту бесполезно. Я ее грел феном. Она, видимо, какая-то вот водоэмульсионка или что-то такого. Она не загибается, как с дверей со старых или еще откуда-то. Она просто, видимо, впитывается все, что есть там дальше в эту... в побелку она просто тупо греется, то есть греть феном бесполезно. 600 градусов я грел, нифига не слазило. Потом что-то мне в голову как вот хоба мысль такая, что а что бы не попробовать вот такую штуку. То есть это простая как бы подрозетник выбивать. Вынул сверло и вот на этот квадрат, допустим, да, у меня ушло меньше минуты, наверное, по времени. Сейчас я вам продемонстрирую, как это легко и быстро делается такой штукой. И можно регулировать обороты, она дерет даже на самых маленьких оборотах. Только берите, которая вот выступает немножко. Это у меня самая дешевая матрикс за 300 рублей была куплена. На малых оборотах дерете, она практически не пылит. Вот я сейчас это все обдирал, здесь пыли вообще практически нет. Смотрите. Образом она очень легко отдирается, структура получается такая, как раз вот, не знаю, наверное, больше плюс под плитку, такие маленькие углубления, как царапинки, лучше раствор зацепится. Ну, естественно, после уборки губкой все это замыть. Вот, ну хотя с таким вот этим можно и не замывать, в принципе, зацепится хорошо. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.